Два человека погибли в результате наводнения в центре Чили. Бедствие вызвали проливные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. Три человека числятся пропавшими без вести. Более 400 местных жителей покинули затопленные дома. Мы вошли в дом, но воды там до сюда. Хотели посмотреть, можем ли что-то взять, но там все плавает, абсолютно все. Люди переживают трудные времена. Все, что им нужно, это помощь от правительства. Но вы видите, что больше всего помогают друг другу соседи. Поскольку дороги затопило, спасатели вывозят людей из пострадавших районов на вертолетах и лодках. Зоной бедствия объявлен регион от города Вальпараисо до Биобио протяженностью примерно 650 километров. Дожди обрушились на Чили через несколько месяцев после серии лесных пожаров, вспыхнувших на фоне сильной засухи. Они разрушили сотни домов, а также привели к гибели десятков людей.